Всем привет! Это обзор на батю. Так, сейчас камеру переключу. Вот это, короче, мой батя. Сидит, не пердит. А может и пердит, кстати. Ты что, меня фотографируешь? Нет, я просто стою. Сейчас ты просто лежать здесь будешь. Не буду. Всем привет! Это обзор на люстру. Вот так вот она светится. На ней 5 лампочек. Но мой фингал под глазом светит ярче. Всем пока, обзор окончен. Продолжаем обзор на моего батю. Это мой батя. Ему 42 лет. Он не пьет, не курит. Дома не ночует. Девочек целует. Спички ворует. Ты опять фотографируешь? Да я для Ютуба, пап. Для говнотуба. Выключай давай. Так, это мама помоет. Где батя там? Сейчас еще раз нужно его. О, вот и он. Пап, подожди. Ты что, опять фотографируешь? Нет. Что хотел? Сколько стоит твой шмот? Какой шпрот? Ну, одежда. Ну, так и говори. Одежда. Значит, смотри. Куртка новая, ей 34 года. Сколько стоит? Стоит $1 000 000. А ты не врешь, пап? Я что, на вруна похож? Ну, вообще похож. Продолжаем. Смотри, майка Гуччи. Не новая, но выглядит как новая. Короче, понятно. Лоховские у тебя вещи. Чё? Иди сюда. Не бей меня, я снимаю. Ладно, не буду бить. Алло. Всем привет. Это обзор на детдом. Так. Вот, видите? Ты кого снимаешь? Волосатый типок, детдомовский тут сидит. Ты кого волосатым назвал? Тебя назвал. Иди сюда,